В Омске впервые прошел турнир Сибирского федерального округа среди детских слэдж-хоккейных команд. На соревнования съехались дружины из Новосибирска, Красноярска и Бердска. Детский хоккей на санях активно развивается в России последние 3 года. На сегодняшний день в стране существует 15 команд. В планах слэдж-хоккейной лиги заинтересовать как можно больше родителей и ребят с нарушением здоровья. Помимо медицинской реабилитации, этот вид спорта выполняет важную социальную роль. Ведь командная игра – это новые друзья и взаимодействие в коллективе. Если говорить про слэдж-хоккей как паралимпийскую дисциплину, то туда достаточно жесткие критерии отбора и приглашаются только люди-спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. А наша детская история, она, конечно, более широкая и более, скажем, социальная, потому что мы не ставим ограничений и играют ребятишки с совершенно разными заболеваниями, особенностями здоровья. В том числе у нас становится настолько интересна и популярна эта история, что в командах есть даже здоровые ребята, у которых со здоровьем все в порядке. Им это становится интересно, они включаются и принимают участие не только в тренировках, но и в соревнованиях. Проведение турнира в нашем городе не случайно. В региональном Минспорте уверены, не за горами появление детской слэдж-хоккейной команды и в Омске. Это, так скажем, некий такой рекламный тур, я так понимаю, но он очень нужен. Он очень нужен, когда ты своими глазами видишь заинтересованность родителей, глаза ребятишек, людей, которые с этим работают. Это очень важно, это увидеть вот, и побывать в этом внутри. Я уверен, что мы можем это сделать, найти и спонсоров, найти и, так скажем, и тренеров, кто бы занимался. Для этих ребят каждый выход на лед уже победа. Для команды «Слэдж Сибирь» из Новосибирска турнир стал первым соревновательным опытом. По игре хоккеисты заметно уступали красноярцам из «Красной молнии», выступление которых оказалось самым результативным. Мне все понравилось. Молодцы, выиграли. Ты давно играешь в хоккей? 6 месяцев. У тебя уже какие результаты? Что научился? Насколько быстро ты втянулся в игру? Я разгоняюсь не так медленно и пытаюсь разворачиваться, учусь. Чем тебе нравится этот вид спорта? Что он тебе дает? Борьба. Дружба тоже. Не остался в стороне от такого нового для региона события и хоккейный клуб «Авангард», игроки которого пришли поддержать ребят с особенностями здоровья. После игр были организованы встречи с ними, где все желающие могли взять автограф и сфотографироваться со звездами.